Лавий завал произошел, Игорь Артемович. Захватил вентиляционный и до откаточного. На данный момент убираем породу с откаточного. Вот так, товарищ директор. Дождались. Ну что там, Юрка? Есть! Смотри, живой! Живой! Темпроходки восстановлен. Докладывай диспетчеру. Угроза второго обвала остается. Как поняли? Как поняли? Они вообще планы ничего не говорят. Если только сейчас узнали, что 70 человек, да? Мы сидели 3 сутки, нам вчера с вечера сказали в 10 часов и все. За хоть какую-нибудь информацию родственникам шахтеров пришлось прорываться через милицейское отцепление. Да что ты знаешь о солнце, не побывав в шахте, не видя гибели отцов и сыновей в могилах братских, не видя слез на лицах жен и матерей, знающих судьбу их обездоленных детей. Одна душа эквивалентом на 100 000 тонн из глубины земли, душевно раздирающий стон. Один вопрос, за чьи грехи они в ответе, закрыв глаза навеки, так и не увидев света. Очередной взрыв утром на рассвете рано, аллеи каштанов на кладбище не вы. Лечат раны шахтеры в память об ушедших в топке, топят грусть о погибших братьях в стопке с горькой, не понаслышке зная пекло преисподней, ведут борьбу с судьбой, не зная милости Господней, не тратя время, слагая саги на бумаге о том, что Донбасс регион вечно спущенных флагов. Да что ты знаешь о солнце, не побывав в шахте, не видя гибели отцов и сыновей в могилах братских, не жажда света, как после шахтерской смены, лабиринт и под Донецком для борьбы с судьбой арена, как поле боя, вот только с кем на нем сражаться, благополучие шахтеров, до него не докопаться. Нет злата среди угольной породы, только риск уйти из жизни, не простившись с родным домом. На глубине порядка 800 метров ангелы-хранители не берегут от смерти. Донецк — это город миллиона роз, выращенных на земле, промокших от шахтерских слез. И этой грустью пропитан весь Донбасс, краснолиманская соседка с Качинского. Господи, да сколько же вас! Что ты знаешь о солнце, не побывал в шахте, не видя гибели отцов и сыновей в могилах брат, не зная горя, что коснулось всех Донбасса. Шахтерская молитва — это больше мы согласен. Вместо иконы храня под сердцем фотку близких, именно так дается шанс возвращаться к жизни, вновь бороться ради цели той единой, только чтобы даже участь не постигла сына. Характер, закаленный пеклом в шахте, это и есть Донбасс, вечно борющийся в схватке, воздвигая пирамиды воина, каких богов за потерянные души, кто отверстять готов. Пред матерями, женами, детьми, родными, горе их постигнущее навсегда в сердцах застынет. Черное золото, какова твоя цена, сколько сыновей Донбасса полегло из-за тебя. Оберегая тепло в домах, сердцах, сельской, глазах, борьба, позабыв про страх, шахтерский труд и ход, время скоротечно, если чтить минуты скорби каждого, то это вечность. Оберегая тепло в домах, сердцах, сельской, глазах, борьба, позабыв про страх, шахтерский труд и ход, время скоротечно, если чтить минуты скорби каждого, то это вечность. Дай Бог, что познавшие пекло в этой жизни обретут покой, вечная память, Донбасс вас помнит.